Ты уже все полы протерла, Маргарита. Смотрите, что. Всем приветик. Доброе утро. Утренняя зарядка. Маргариту сегодня провожаем. Она уже через 2 часа. Даже не через 2, а через час она уже уедет, да? В час. Через час она уже уедет. Приятного аппетита. Каролина, может, попробуешь? А? Ну, вкусно же. Кто с вареньем, кто с сахаром. Да и так сладко. Ему не сладко. Да, угу. Все, уезжает. Пошла, главное, ни с кем не попрощалась. Куда она? Как куда? Все, уезжает. Куда? Далеко-далеко. Видишь, чемодан собрала. С нами жить больше не будет. Ну, это я. Куда идет? Переезжает она, одна будет жить. Нет. Нет? Ты там пиши нам, ладно? На связи всегда. Интернет у тебя есть. Поснимай. Она... Пока. Команда. Ты куда? Давай. Да? Да придет она скоро. Она поехала на каникулы. Она в отпуск. Я... В отпуск поехала, Маргарита. А я? А ты нет. Почему? Нет, я не хочу. Пока. Она куда? Она уехала с подружкой. Вонечка, поехали? Написала нам хозяйка песика, которого мы привозили к себе. То, что он скучает, все время сидит возле двери, грустный, не играет. Попросила, чтобы мы приехали за ним, к себе его взяли. Да, Вонечка, играть будете? Все, мы уже в дороге. Наши пушистики тут. Вот он, счастливый мальчик. Ты что такое? Ты что такая грустная? Поехали домой играть. Пойдемте играть. Пошли домой. Там их отпустим, чтобы здесь они не запутались. Все, играть. Она его зовет его. Теперь у нас две собачки. Каролина, я пошел к тебе домой. Все. Играйте. Каролина, ну, пойдем. Решили на улицу пойти с ними погулять. Бонька что-то не очень хочет с ним играть. Гавкает на него. Пойдемте на улицу побегаете. Пойдемте. Да. Туда. А, только осторожно. Не запутайтесь. Каролина, куртка. Не надо. Не надо? Макс, я выиграю. Ты беги, он за ней побежит пока. Поехали мы домой. То есть мы сейчас завезем песика домой, а сами потом? Песика к нему домой завезем, не к нам уже все. А потом к нам домой поедем. Нет. Да. Нет. Куртку. Это что такое? Почему валяется куртка? Это Каролина. Каролина, почему куртку бросаешь везде? Давай. Пока.
Мы тебя домой отвезли. Так не хочется с ним расставаться, я бы себе его забрала, честно. Такого малыша красивого. Мишуточка маленький такой. Да? Все, пока, скажи всем. Не знаю, может быть, еще приедем за ним. Как заскучает, приедем. Да? А если у нас ничего не получилось, если она не беременная, то получается на следующий год в мае можно опять делать вязку. И тогда мы обязательно за ним опять приедем. Да? Не скучай, пока. Там всем не дальше, так бы съела. Мы уже дома, сейчас мы будем ужинать. У меня еще остался супчик тыквенный. Поэтому я сейчас его подогрею. Вот. Маргоша, кстати, написала. Они уже доехали, все хорошо. Отправила фотографии. Вот она мне отправила фотографии. Такой домик у них там деревянный, телевизор. На кровати. Все хорошо. Это они ехали на машине, еще плюс на поезде. Машина ехала на поезде. Вот у меня остался супчик. Кто суп не будет, тот будет кушать. Подогрею рис и пожарю вот эти сосиски. Играют в Roblox все вместе. Уже Каролина играет и Макс играет. Ты с Ксюшей играешь? Где Ксюша? Да. Ксюша тут. А где Макс? Это Макс? Да. А, это ты, Ксюш? Да. Приятного. Ты соевый соус налила? Вкусно? Я думала в суп налить соевый соус. Маргарита отправила тут обзор комнаты. Ну, даже не комнаты, а обзор дома она отправила целый. Флореста. Там столько комнат. Там другая комната. Есть наша комната. Тут кровати. Две кровати. Красивый вид, прям окна на горы выходят. Окна красивые, там на улицу. Снег там лежит. Вот на кровать. Вот кровать. Оператор, конечно, да, прям вообще. Тут еще одна кровать. Мама! Там двухэтажный, да, вот там еще лестница не сидит. Тут еще тоже комната. Правильно. Маленькая комната. Она приедет в следующую субботу. Там стеклянная. Там джакузи, что ли, на улице? Да. У них джакузи на улице. Ну да, я тоже хочу. Да, сестра. Бонечка, теперь это только твоя кроватка. Маргоша целую неделю не будет, да. Ты будешь теперь одна спать здесь. Она тебе спать мешает? Да? Уехала твоя хозяйка. На следующей неделе мы поедем, съездим в ветеринарную клинику. Мне тут расчесать надо. Тут у меня запуталось. Я не знаю, когда посмотрим. Среди недели. И либо там кровь у нее возьмут, либо ей УЗИ сделают посмотреть. Можно я с вами пойду? Можно. Видишь, у нее чешется, она чешет, там у нее комок. Ее нужно завтра искупать и расчесать. Она такая спокойная стала, вообще спит целый день. Себе чистить лицо, я повыскакиваю. Пришла. Макс, пойдем зубы чистить. Макс. Я хотел пить. Зубы чистить. Так, сначала смочу лицо. Хочу на один вопрос ответить. По поводу наших походов с детками каждую субботу. В данный момент, вот получается, после того, как я уехала, да, на неделю, меня не было неделю. После того, как я вернулась, мы пока еще не ходили никуда ни с кем. Сегодня мы хотели пойти, но оказывается проблема в том, что в Швейцарии все развлекательные центры, бассейны, детские площадки, какие-то там музеи, кинотеатры, они сейчас открыты только для тех, у кого есть прививка. Понимаете? У нас прививки нет, пока мы ее ставить не собираемся, поэтому нам сейчас ходить некуда, если только пойти куда-то погулять, на улицу, в город. Торговые центры пока открыты для всех, но как бы тоже каждую неделю ходить в торговый центр – это скучно. Поэтому не знаю, пока вот так вот мы. Ладно, начну я чистить лицо. Я уже который раз мочу, оно мне высыхает. Оно должно быть влажное.
Буду наносить сыворотку для лица, такой волос. If you want to, I know my sparks been left in the dark sometimes. But when I'm with you, it's just like an airwave, better than a band-aid. Теперь буду наносить крем. Кремом вот таким пользуюсь. Не устраивает. В этот раз какой-то не крем даже, а гель. Процедуры мои закончились. Все, я сажусь работать. Буду монтировать видео. Ой, батарейки нет, что ли? Нет батарейки. Хотела влог монтировать. Батарейка села. Буду заканчивать влог, заряжать компьютер и монтировать. Завтра не знаю, какие у нас планы. Если куда-то поедем, то обязательно снимем влог. Пока. Спокойной ночи. Увидимся в следующем влоге.